Сейчас я хочу продемонстрировать вам всего лишь несколько картинок. Больше таких картинок вы сможете найти в дополнительных материалах к данному уроку. Это будет определенная ссылка на сайт. Сейчас я хочу показать вам иной объем транзакций биткоина по состоянию на 2015 год. Итак, вы можете видеть, что на первом месте у нас идут Visa, MasterCard, затем китайский UnionPay, American Express, PayPal, Square и биткоин. Вы можете заметить первое, что биткоин уже по объемам обогнал такого гиганта из старичка, как Western Union. Конечно же, вы наверняка знаете, что такое Western Union, это международные денежные переводы. Так вот, объем транзакций биткоина уже превысил объем транзакций в системе Western Union. Что касается системы Square и PayPal, на сегодняшний день, в 2016 году, биткоин потихоньку приближается к отметке 400 миллионов долларов. То есть можно сказать, что PayPal уже теряет свои позиции, и биткоин в скором времени обходит двух передних конкурентов. Дополнительно известно на сегодняшний день, что регистрация в системе PayPal потихоньку идет на убыль, а регистрация новых аккаунтов в биткоин кошельках растет. Поэтому в ближайшие годы мы вполне сможем увидеть биткоин на 4-м или 5-м месте по объемам транзакций среди всех своих конкурентов. Далее, что касается самих лидеров Visa, MasterCard и UnionPay, то здесь, конечно, речь уже касается масштабированности сети биткоин, о которой мы говорили в предыдущем видеоуроке, где у нас стоит вопрос с размером биткоин блока в 1 мегабайт, что не позволяет дойти до большого количества транзакций в секунду, и, соответственно, уже сложно будет при таком состоянии конкурировать с такими гигантами, как Visa, MasterCard или UnionPay. Поэтому здесь, чтобы сравняться с такими компаниями, биткоину нужно, конечно же, будет принять определенные меры для масштабирования. Итак, следующая картинка — это объемы венчурных